Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы сделаем с вами простейшие цветочки для украшения торта. Делаются они очень быстро, получаются милыми, нежными и украсят любой торт. Для торта мне понадобятся цветы из вафельной бумаги, вот такие вот простые цветочки. Для того, чтобы их сделать, я буду использовать полоски вафельной бумаги, одни 3-3,5 сантиметра, вторые 2,5 сантиметра. Нарезаю полосочки. Можете отмерять линейкой, можно, как я, нарезать на глаз. Затем полоски нарезаем на квадраты. А из квадратов формируем кружочки. Обрезки не выбрасывайте, они вам пригодятся. Из них можно сделать красивые кружева для торта жареные. Если кружочки не слишком ровные, ничего страшного. На кружочках сделаем надрез, не доходя до половинки. И таким образом все квадратики превращаем в кружочки. И следом сделаем точно таким же образом листики меньшего размера. 2-2,5 сантиметра. И точно таким же образом нарезаем меньшие кружочки. И теперь все очень просто. Смачиваем кисточку, ее буквально чуть-чуть совсем смачиваем. Остатки, излишки водки убираем. Смазываем одну сторону вафельной бумаги немножечко и соединяем. И таким образом формируем 5 листиков, 5 лепестков. И теперь соединяем их вместе. Внахлёст друг на дружку. Пятый лепесточек можно вот так вот между двумя оставить, тогда будет красивее смотреться. Вот таким вот образом, в шахматном таком как бы порядке. И формируем серединку. Точно таким же образом кружочки меньшего диаметра соединяем. В лепестки нам тоже понадобится 5 штук. Слишком много не наносите, потому что бумага очень быстро размокает. И снова таким же образом, как и в предыдущий раз, приклеиваем меньшие лепесточки.
пятый лепесток снова между лепестками вставляем вот таким вот образом. И потом уже фиксируем. Вот такой симпатичный получается цветочек. Центр из обрезков сформируем. Беру кусочек вафли, смазываю его и формирую серединку. Серединку приклеиваем в центр цветка. Чтобы листочки немножечко так приобрели форму какую-то, можно немножко краешек смочить в спирте. Сильно не переусердствуйте, цветочки нам нужны такие вот ровненькие практически. И таким образом делаем все цветочки. Затем останется покрасить у них серединки и прикрепить проволоку. Цветочки мои подсохли. Теперь я беру цветочную пыльцу. Вон у меня красная и розовая. Я смешала вместе на салфетке. И с помощью мягкой кисти нанесу пыльцу в серединку цветочка, чтобы придать ему оттенок. Вот так вот от серединки наружу растушевывать, будет симпатично смотреться. Делаем так со всеми цветочками и потом прикрепим их на проволоку. Вот такая проволока для цветов, она сверху такая как бумажная, как будто а внутри у нее металлическая проволока. Я покупала на Вальберис ее, можно в магазинах для рукоделия купить. С помощью круглогубцев делаю петельку. Из вафельной бумаги вырезала маленькие такие кружочки. Смачиваю кружочки водкой. Приклеиваю цветочек к петельке. И точно таким образом поступаю со всеми цветами. Оставляю, чтобы они немножко подсохли.